Мы вас приветствуем. Давайте нарисуем солнце, а заодно научим вашего ребенка правильно работать карандашом. Карандаш берем в руку вот так. Рисуем, не отрывая руки от поверхности стола. Начинаем рисовать точку и раскручиваем ее в солнечный круг. Рисуем лучи. Также вводим карандашом, не отрывая руку от поверхности стола. Техника рисунка требует точки опоры. Так проще и удобнее проводить уверенные линии. Усложняем цвет рисунка оранжевым карандашом. Добавляем еще лучей солнышку. Лучи могут быть разной длины и толщины. Можно добавить лучей красного цвета. Светло-желтым карандашом прибавим еще немного цветных деталей в наш рисунок. Научите ребенка этому приему рисования. В дальнейшем это будет способствовать развитию навыков письма у дошкольников и детей младшего школьного возраста. А пока, всем пока!